пальце идет шнурок, вы можете его использовать, можете его спрятать в карманы или изъять и использовать свой ремень, который вам больше нравится. Можно платье носить в свободном падении, при этом чуть-чуть его подвязав, но не затягивая, у вас получится тогда прямой крой, тоже кому-то будет интересно, удобно. На плоском ходу платье приобретает такой более повседневный вид. Если вы оденете каблуки, то такая более, ну, может быть, не вечерняя, но элегантная версия. Мне больше нравится такой фасон делать на тяжку. Можно по-разному собрать складки. Рукава могут меняться. Если вам такая длина не нравится, можно сделать немножко короче. Или варианты подгиба. Или можно это все дело зафиксировать. И убрать. Получается круто. Или вторым способом. Просто чуть-чуть подтянуть. Оба варианта имеют место быть. Если вам вариант с шлейкой это не нравится, вы можете дальше дособирать, ну, то есть другого уровня, пересадить просто рукавчик. Вот это выглядит спинка. Карманы этот зашит, а вот этими карманами вполне можете пользоваться. Сюда могут поместиться часы, ключи, кошелек, ну, какого-то небольшого формата, вполне телефон, карманы такие достаточно вместительные. Мы находимся в город Минск, станция метро Спортивная. Улица Притыцкого, 29, 243 район, на втором этаже. Машаллах, чудес!